уютное свидание на крыше. У нас для свиданий всегда хорошая погода. Всем привет! Что обещают нам синоптики на субботу, 22 июля? Далее в моем метеоотчете. В Магнитогорске возможен небольшой дождь, ветер легкий, дующий с севера со скоростью 1,3 метра в секунду. На небе местами небольшие облака, днем воздух прогреется до плюс 26, плюс 28 градусов, ночью опустится до плюс 19. В Белорецке и на близлежащем курорте Башкортостана во второй половине дня пасмурно, ночью 16 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 20. В Сибае переменная облачность, возможны осадки, плюс 16 ночью, днем 26 со знаком плюс. В столице Южного Урала утром плюс 20, днем термометры покажут плюс 26, местами пройдет небольшой дождь. На этом у меня все, всем хорошего настроения и осуществления ваших планов.